Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем трек «Ха-ха-ха». Ребят, необычно, интересно, не как у всех. Мне очень нравится, я вот слушаю с наслаждением. Мне интересно, вы знаете, это такая заманилка, да, ребятки? Вот он поет тогда там тихо, шепотом, да, и музыка. Это, понимаете, такая музыка, да, человек, она вот, как сказать правильно? Интригует. Интригует, да. А что там дальше, что там дальше? Интересно, не как у всех. Мне очень нравится, ребятки. Дальше я хочу послушать, что дальше будет. Голос хороший. Интересно. Ребятки, что мне кажется, вот этот такой трек, да, человек должен сам додумать, что это такое, вот, что он хочет представлять под этим треком. Айда, что хочешь представлять? Я вот что представляю? Ну, на фоне, кажется, игра была какая-то, стрелялка. Да, игра-стрелялка. Да, я вот тоже подумала, как и человек, играет. И человек играет, да. И про себя и свои, шепчет. Да, и свои эмоции там шепчет. Да, ребят. Потому что кто-то в комнате находится. Почему ты мою мысль так вот сразу угадала? Угу. Ты, наверное, моя дочка, поэтому, Дарина, дочь. Ну, потому что я вот об этом думала. Я вот так подумала, что это игра, вот. Именно какая-то игра идет. Молодец. Интересно придумано. Необычно, хорошо придумала, молодец. Еще давай, вот что-нибудь еще нам новенькое. Молодец, классно. Мне, я с удовольствием послушала. И просто представляла. И знаешь, что интересно? Фантазировать можно. Да, фантазировать можно. И не раздражало. И знаешь, танцевать можно. И какого-то настроения. А может, это даже как АСМР. Шепот же есть, вот показывают в ТикТоке, как АСМР. Молодец, мой хорошенький. Спасибо большое. Мне понравилось. Настроение поднял. Пока, друзья.